Всем привет, ребята! Вы на канале Егор Кот, а перед началом видео подписывайся и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ребятки, я очень долго ждал, когда же я сниму новое видео, и знаю, что вы все тоже очень ждали меня. Наконец-таки я могу объявить, что страшилки на мой YouTube-канал возвращаются. Все вы знаете, что я снимал видео шортс, но я понял, что очень много людей ждут именно длинные ролики, поэтому я возвращаюсь с классными новостями. Помимо YouTube шортс будут длинные ролики. А также в конце августа у меня выходит новый трек, который будет называться «Страшилка». Прямо сейчас уже в шортс есть видео. Если вы будете снимать под мой звук, мне будет очень приятно. Сегодня я хочу вам рассказать вообще, что было со мной за этот год, почему не было длинных видео и сколько же длинных видео теперь будут выходить на моем канале. На моем канале будут выходить... Кто? Это мистер Бист? Этого не может быть, как? Ну окей, я отвечаю. Алло! Привет, я мистер Бист Иксен. Что? Я приду сегодня за тобой ночью. Я знаю, что у тебя скоро выйдет новый трек. Да. Так вот, если для выхода твоего трека на нем не наберется 1000 клипов в шортс и в лайке, тогда я удалю твой канал и заберу его себе. Понятно. То, как это может быть? 1000 YouTube Shorts. Это очень много, ребят. И в лайки еще. Ребят, вы вообще там есть? А что мне теперь вообще делать, скажите? 1000 YouTube Shortsов. Вы столько не снимете. Давайте сделаем так. Кто снимет больше всего видео под мой звук YouTube Shorts, под мою песню, тот получит от меня подписку, комментарий и лайки. Потому что я не знаю, как по-другому еще это сделать. Возможно, вам понравится песня, вы, конечно, будете под нее снимать, но я очень стесняюсь. Но эта песня про страшилку, я думала, что она вам понравится. Ребят, я правда не знаю, что мне теперь делать. Как вы думаете, мы справимся или нет? Напишите прямо сейчас в комментариях, снимите ли вы под мою песню, или все-таки вы не сможете мне помочь. Ну это же реально очень много, как мы столько снимем? Я не знаю, что еще, ребят, сказать. Заходите в YouTube Shorts, в лайк будет звук, в ТикТоке будет звук, будет везде звук. Снимайте, где вам больше всего нравится, и... Ждите новое видео, теперь видео будут выходить длинные раз в неделю, YouTube Shorts каждый день, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. С вами был я, Егор Кот, всем до новых встреч, я пойду плакать, наверное, потому что... А что еще мне остается? Всем пока-пока.